19. They've come back to take the lead. A three here late. Five-year-old Moskov! Теперь такие передачи и броски можно будет увидеть и во время игры «Желто-синих». Игрок NBA Тимофей Мозгов вошел в состав баскетбольной команды «Химки». Сегодня подписал контракт с клубом. Это тот клуб, с которым меня много связывает. И предстоящий сезон будет мне очень важен, как и для клуба. Поэтому только с положительными эмоциями. Эту новость болельщики ждали давно. БК «Химки» – первый профессиональный клуб Тимофея. Здесь он провел 4 года. В 2010-м покинул команду, начав играть за NBA. Успешно играл за Нью-Йорк, Денвер, Кливленд, Лейкерс, Бруклин и Орландо. В составе сборной России завоевал олимпийскую бронзу и третье место на чемпионате Европы. В 2016-м стал первым россиянином, добившимся чемпионства в NBA. Прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов пропустил из-за травмы колена. Но сейчас в форме и готов покорять новые вершины уже в составе «Химок». Для руководства клуба это долгожданное приобретение. Знаете, я думаю, что здесь совпало все. И мы очень хотели, чтобы к нам вернулся наш воспитанник. Да? И Тимофей, несмотря на то, что он последние сезоны, у него были травмы, да, ну, в общем-то, он соскучился по баскетболу. Он сейчас мотивирован, хочет снова играть в баскетбол. Мы готовы предоставить, что называется, нашу площадку для того, чтобы все вместе идти вперед и добиваться результата. Контракт заключен на год. Планы амбициозные. Ни больше, ни меньше. Помочь «Химкам» заработать статус чемпиона Евролиги. Ксения Абрагина, Дмитрий Бадыров, служба новостей.